с вашим предприятием? Так у нашего колхоза настоящий юбилей. Вот и сможем вернуться до 90 поскорей. Были победы, были разочарования, были взлеты, были падения. Но мы всегда из любой ситуации выходили победителями. Привет! Это Камчатка с Александром Петровым, и сегодня опять выпуск моего видеодневничка связан с книгами. Первый эпизод видеодневничка связан с тем, что, как я уже говорил, с некоторых пор, один раз в месяц, я разыгрываю среди подписчиков, сделавших пожертвования на развитие канала, сделавших так называемые донаты на номер карты, указанный в описании, разыгрываю один из своих фотоальбомов. В этот раз я разыгрывал фотоальбом Камчатский природный парк Налычево, рассказывающий об одной из самых интересных, особо охраняемых территорий Камчатки. И выиграла этот самый альбом о природном парке Налычево Людмила Владимировна Д. Людмила Владимировна, если вы смотрите этот ролик, а вы наверняка смотрите, потому что вы видели предыдущие, один из предыдущих роликов, и сделали свой донат. Людмила Владимировна Д., напишите мне на адрес электрической почты, указанный в описании канала. И если вы находитесь в Петропавловске или Елизаве, я вам лично передам вот этот вот альбом о природном парке Налычево, который вы выиграли. А если вы находитесь за пределами Петропавловской Елизовской агломерации или вообще за пределами полуострова, я вам пришлю его с дарственной подписью. Людмила Владимировна Д. выиграла фотоальбом Камчатский природный парк Налычево, который вышел у меня в свое время в издательстве «Новая книга». Красиво, эстетично. Откладываю альбом в сторону. За моей спиной находится крупнейший в России, а раньше крупнейший в СССР, рыболовецкий колхоз имени Ленина. А вот это вот бухта Сероглазка. Почему я об этом говорю? Потому что рыболовецкий колхоз недавно отпраздновал 90-летие. Слово «юбилей» я не употребляю, потому что в точном понимании этого термина юбилей – это цифра, кратная 50. То есть юбилей – это 50-летие, 100-летие, 150-летие и так далее. Так вот, к 90-летию рыболовецкого колхоза я выпустил в свет попечением этого самого замечательного колхоза вот такой фотоальбом «Счастливая судьба колхозной Сероглазки». Альбом этот вышел в свет в Москве в издательстве «Буки Веди». Он рассказывает об этих самых 9 десятилетиях колхозного пути. В альбоме большой исторический блок. И тут я должен поблагодарить Государственный архив Камчатского края и Камчатскую краевую научную библиотеку имени Крашенинникова за то, что они допустили меня в свои фонды, в свои архивы. И так получилось, что большинство материалов исторического блока, рассказывающих о 90-летнем пути колхоза, публикуются впервые. Но это не точно. Также публикуется впервые ряд уникальных архивных фотоматериалов. Ну а дальше мой фотоальбом рассказывает
о дне сегодняшнем. Он показывает все крупные колхозные рыболовецкие суда. Он показывает все колхозные подразделения, фабрику береговой переработки рыбы, механические цеха, судоремонт и другое. Кроме того, не обошел я стороной и отдаленные подразделения колхоза. Это находящиеся сейчас в составе рыболовецкого колхоза имени Ленина колхоз «Ударник», который находится в селе Костроме Карагинского района, это самый юг Корякского округа, и рыбоперерабатывающий завод «Командор», который располагается на берегу Охотского моря в Усть-Большерецком районе за поселком Октябрьским. Вот такой фотоальбом, посвященный 90-летию рыболовецкого колхоза в Сероглазке. Вот такой фотоальбом моей работы вышел в свет в Москве в издательстве «Буковеди». А вот теперь, сейчас, посмотрим несколько эпизодов празднования 90-летия рыболовецкого колхоза. Смотрим.
Корпус Ленина переживал разные периоды. Были победы, были разочарования, были взлеты, были падения. Но мы всегда из любой ситуации выходили победителями. Это было все благодаря нашим славным традициям, благодаря нашему единому духу, нашему самоотверженному коллективному труду. И, безусловно, самое главное – это всем вам, всем, кто сегодня здесь, кто находится в море, кто находится на работе. Наши суда сегодня носят имена, наверное, я хочу сказать, без пафоса, величайших наших соратников, колхозников. Не могу сегодня, безусловно, упомянуть Михаила Константиновича Сталицына, это основателя колхоза Ленина, который за небольшой период времени, десятилетний, сумел заложить очень прочный фундамент и дать колхозу хорошее инерционное движение. И я абсолютно убежден, что благодаря его работе, его заслугам, колхоз достойно прошел очень, наверное, непростые и сложные этапы. Я сегодня хотел бы поздравить коллектив, в первую очередь поблагодарить за работу всех наших ветеранов, поблагодарить наших рыбаков, которые на протяжении 90 лет всегда достойно трудились. А весь коллектив поздравить с праздником, с нашим обществом, с юбилеем, пожелать колхозу процветания и новых трудовых побед. С юбилеем! Теперь, как вы уже привыкли, ставьте лайки. Если вам нравится время от времени наблюдать за моими книжными забавами, пишите комментарии. Напоминаю, что выиграть один из моих фотоальбомов можно, сделав донат на номер карты, указанный в описании под каждым роликом. Один раз в месяц я разыгрываю один из своих фотоальбомов, а таких у меня уже около десятка. Кстати, если вы здесь впервые, то, пожалуйста, выполните вот эти вот рекомендации в правом нижнем углу кадра, для того, чтобы не пропустить новые видео на канале. До свидания!